Житель Собинского района открыл стрельбу по полицейским, устроил пожар и сгорел. По информации нашего источника, у 66-летнего мужчины, проживающего в многоквартирном доме поселка Колокша, возник конфликт с хозяйкой квартиры. Женщина хотела попасть в помещение, но получила отказ, после чего вызвала полицию. Как сообщили в Следственном комитете, мужчина не захотел пускать сотрудников МВД и открыл по ним огонь. По предварительным данным, по поступившему сообщению, сотрудник МВД России по Собинскому району прибыл в квартиру мужчины, который проживает в поселке Колокша Собинского района. Однако последний стал вести себя агрессивно и производить выстрелы. В дальнейшем в квартире начался пожар, после тушения которого обнаружено тело мужчины. Как сообщает прокуратура, на место прибыли сотрудники спецподразделений Росгвардии. Они оцепили территорию вокруг жилого дома и эвакуировали жильцов. Надзорным ведомством совместно с региональным следственным комитетом и УМВД организована проверка по факту применения огнестрельного оружия жителям Собинского района и последующего пожара в жилище.